все у нас как бы включено, да? За 250 рублей включено. Ну, что-то так. Привет. Кто был в Ростове, побывайте в зоопарке. Недорогой зоопарк. 250 рублей взрослый билет стоит. Вот карта. Очень много всего, всех. Отсюда зашли и пошли. Тут даже вода будет, да? Вот столовая. А, ты извините, кстати. Пусть смотри, как. Хомяки, привет, бандиты. Привет, Карлик. Видеосъемка разрешена здесь. Привет. Какой чай? Ну, кушай, завтра. Ну, не завтра. Привет. 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 Ого. О, дайте поесть. Дайте поесть, пацану, да? Привет, ты кто такой? Это вот змей здесь. О, вот он, смотри. Я как песчаная. Нет, мурашка. Тарантула видела? Вонючка, это был какой-то. Ой. Привет. Буйвол. Посмотрим. Слон, мы к тебе идем. Вот он зарядку делает. Он не спрятался. Слон, не сядь. Слон, видишь, он зарядку делает. Сделал, право. Прикинь, он всех фонтаном как обдастся. Слоня. Привет. Оп, там зарядочка. Какой здоровый, да? Ну,
Как ты? Вот. Познакомься. Лилиана, привет. Вон большая, вон на верхушке. Где? Там есть. Это тоже не маленький. Вот он маленький. Это маленький. А вон папа сидит, он есть наверху, начинается. Это обезьяна. Пожалуйста, не кормите, если он также принесен, может навредить, причинить страдания. Или за рационом следят в столе. Вот зараза. Взяла спряталась. Он купает в своей. Сюда, видите, пенечек. Звоните, привет. Привет вам. Понятно. В этом ролике главный житель зоопарка. Кот Барбос. Это главный? Оп. Конечно, главный. Идите за мной, я вам все покажу. Местные ослы. Местные ослы. Животное по населку опасно. Это на вид он такой мило. Нет, не так. Привет, как ты дела? Как ты дела? Нормально? Понял. Привет. Да, так. Косичка, не глядя, как красиво такой. Покажи тебе косичку. Покажи косичку. Белый пони, привет. Привет. Ты какая красивая. Ты сегодня не в настроении? Тебя кто-то обидел? А если мне сейчас пускаются, видишь, то есть удачи. Я что сегодня обидел? Настроение. Привет. Ага. Все настроение? Как же это настроение, что они успеют? Правда, уже обидел. Я же тебе не понял.
взгляд, красиво. Ну, лошадка, привет. Как у тебя дела? О, ты в настроении, я вижу по глазам. Она беременная, по-моему. Беременная? Ну да, греполненькая какая. Ты беременная. Скажи, это временно. Это она, наверное, одна. А вот это, наверное, самый сейчас станет. Привет. Вот. Два хотя. Согласен. Ой, мои друзья. Я вас помню. В Сочи вы за мной гонялись. Вон он меня сейчас узнает, смотри, по-любому. О, привет. Лама. Лама. Привет, ламочка. Привет, лама. Привет, лама. Хорошая лама. Идите сюда, идите сюда. Лама. Опа, смотрите, как смотрит. Кто пришел, да? Вот эти. Хочу сказать, где там динозавр стоит. Привет, удочки. Или это лебеди, слушай. Белые, вот черные лебеди? Не знаю. А, ну шея длинная, да, черные лебеди. Ну чё, привет, привет. Ты что, меня узнал, что ли? Здорово, здорово, братан. Как все дела? Ты меня узнал? Ты меня узнал, да? Я тебя тоже помню. Как ты за мной гонялся. Да, помню, как ты за мной гонялся. Если ты меня щипанул, думал, не показал. Это было... 2 года назад-то было? Что? 3. 5. 5 лет. За 5 лет ты, наверное, меня забылышь. Лайкос тебе, лайкос, братан. Красивый, кстати. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так плывет трын-дрын. Они так же, когда на охоте плавают спокойно под водой, потом как увидят. Ну тут красавец вообще, да, сидит. Ну да, вы что, живые вообще, ребят? Вы живые, друзья? А это такое-то? Прикид? Ладно, давайте отдыхать. А вот для какой? Братишка, пообщаемся? Давай, 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 пообщаемся. Нифига себе. Серьезные птички. Сейчас пообщаемся, да. Блин, ну вот эти мне вообще нравятся. Что там? Кто тебе дал палочку? А? У кого палочку стащил? Тебе нельзя палочки есть вообще. М? И что ты сразу? Не ешь палочку. Первятник. А дом у них гламурный такой, да? Видишь, что большой.
Какая огромная курочка. Ты же сам ты курочка. Как она выглядит, наверное. Ты довольна? Угу. Точно. Мишка, привет. Гималай, ты Мишка, привет. Это они так делают? Скажите, подписывайтесь на канал. Да? На канал подписываемся все. Ой, верну вот этих кабанов. Так, обезьяны. Все дружно сказали, подписались на канал. Живая. Подписались на канал от обезьян. Давай. Вот это орех. Черепаха у нас такие же вещи. Тигры сегодня не едят, все они отдыхают. А все тигры спят сегодня, да? Вот он, один красавец тоже сидит. Один более-менее на показ. Хоть ты не спишь. На завершение отдыха можно зайти сюда. Вот сюда поищу пучка.
и поехать домой.